я не люблю его и потакать безумию не намерен. Приготовьтесь, сейчас я подпишу вам паспорта и в Англию его отправлю с вами. Наш сан не терпит, чтобы из-за угла всегда подстерегала нас опасность под видом блажи. Сберемся в путь, священно в корне это попечение о тысячах, которые живут лишь вашего величества заботы. Долг каждого беречься от беды, всей силой предоставленной рассудку. Пожалуйста, скорей сберитесь в путь. Пора забить в колодки этот ужас, блуждающий на воле. Поспешим! Грехом моим воняет до небес. На нем печать древнейшего проклятия. Убийство брата. Жаждаю горю, всем сердцем рвусь, но не могу молиться. Вина тяжели тяжести души. Как человек с колеблющейся волей, не знаю, что начать, и ничего не делаю. Когда бы кровью брата был весь покрыт я, разве ж и тогда нет сил у неба смыть ее дождями до белизны? Лишь то ведь и добро, что не боится встречи с преступлением, то и молитв двойная власть, что нас хранит от зла, а если мы споткнемся, прощение добывает. Выше взор. Я пал, чтоб встать. Какими же словами молиться тут? Прости убийство мне. Нет, так нельзя. Я не вернул добычу. Со мной все то, зачем я убивал. Моя корона, край и королева. За что прощать того, кто тверд в грехе? Там, наверху, там, в подлинности голой лежат деяния наши без прикрас. И мы должны на очной ставке с прошлым держать ответ. Так что же, как мне быть? Покаяться? Раскаяние всесильно! Но что, когда и каяться нельзя? Какой тупик! А, грудь чернее смерти! О, лужа, где барахтаясь душа, все глубже вязнет! Ангелы, на помощь! Скорей! Колени гнитесь, сердце стань, как хрящи новорожденных, мягкой. Все поправимо. Он молится. Какой удобный миг. Один удар, и он стрелой к небу, и вот возмездие. Так ли? Разберем. Он моего отца лишает жизни, а в наказание я убийцу шлю в небесный рай. Так это же награда, а не мщение. Отец погиб с раздутым животом, весь вспучившись, как май от грешных соков. Бог весть, какой еще за это спрос, но по всему, наверное, немалый. Так месть ли это, если негодяй
и спустит дух, когда он чист от скверны и весь готов к далекому пути. Не, назад мой меч, до более страшной встречи. Когда он будет в гневе или пьян, в объятиях сна или нечистой неги, в пылу азарта, с бранью на устах, или с чем-нибудь, что только не к спасению, тогда подбрось его ногами вверх, чтоб кубарем весь черный от пороков упал он в ад. Но мать звала, поцарствуй. Отсрочка это лишь, а не лекарство. Thank you.